Итак, я начала работать со свадебным платьем. Подгонка достаточно сложная. Вы видели кадры, примерки, которые я сняла и вам предоставила. Итак, что я уже сделала и в чем трудность? Трудность в том, что юбка выкроена по косой. И практически проблема очень часто встречается, когда здесь провисает бок. То есть на фабриках, в компаниях не придают этому значения. То есть они строчат, сострачивают две половинки и при этом не выдерживают тот момент, что в этой зоне очень большая растяжимость, что нужно проложить клеевую кромку, а затем уже пристрачивать. И опять же пристрачивать, не растягивая. Поэтому я открывала боковые швы, открывала центральный шов по спинке, потому что здесь тоже был пузырь. Тоже было это не предусмотрено и упущено. Значит, что я сделала? Я проклеила. Видите, сняла все пуговицы. Сняла молнию. Проклеила это место. Проклеивала и уменьшала это расстояние. То есть не растягивая, а наоборот собирая по возможности. Я собрала где-то 1,5 сантиметра. То есть сократила на 1,5 сантиметра. И сейчас будет очень важная примерка. Справилась я с этим или же нет. Ну и также второй бок. То же самое. Проклеила две половинки, а затем уже сострачивала. Проклеивала, уменьшая, вот так вот, уменьшая это расстояние. Вот по бедрам, вот где-то отсюда до вот этой части. Вот здесь бедро уже. В общем, сейчас будем смотреть. Дальше, в чем трудность здесь была? Она захотела уменьшить немножко вот этот шалевый воротник. То есть я долго думала, или же раскрывать вот эту линию, запускать, да, воротник, при этом уменьшая его размер. Но я посмотрела, здесь такая технология выполнения, что я бы сюда не добралась. Мне пришлось бы подшивать вот эту часть, так скажем, изнаночной обтачки руками. И опять же, здесь косточка, видите, она держит форму, которая идет по плечу. То есть здесь достаточно такое утолщение. Я посчитала, что тоже, может быть, я не справлюсь с этим. Поэтому я приняла решение открывать вот в этой части. Вот видите, она еще открыта. Сейчас я буду сметывать, прятать вот этот, ничего не отрезая, не отсекая пока. Прятать вот этот уголочек и сметаю на примерку. То есть я подлазила вот так вот вовнутрь. У меня есть одно видео, где я таким же способом уменьшала шалевый воротник на, по-моему, на блузке. Если я найду, я вставлю в конце рекомендованное видео, вы посмотрите. То есть этот метод непрост в исполнении, но он упрощает, то есть работу вот с этой частью, понимаете? Можно избежать вот эту часть. Она достаточно более кропотливая, я так посчитала. Поэтому я приняла решение работать вот таким образом. Вот так вот я все это выворачивала, выводила линию, прострачивала. Вот с двух сторон. Сейчас это буду все сметывать. Здесь тоже я все сметаю на проверочку. И длина. Длина тоже низ закрытый. Вот я уже вывела длину на примерку. Ничего не, пока не срезаю. Видите, какой там припуск большой. Может быть, он будет давать погрешность. Может, не будет хорошо выкладываться платье. Длину я уменьшала только по передней части, по полочке. Вот такая подгонка. Все, сейчас должна прийти девушка через час, час, полтора часа, и будем
смотреть, как я справилась на этом этапе с такой подгонкой. Свадебное платье. Снова работка подкатила, достаточно сложная. Сейчас я выставлю кадры примерки. Вы посмотрите, что мне нужно сделать и как прошла примерочка. И посмотрите в целом, как выглядит платье, какой фасончик, правильно ли выбрала девушка для себя свадебное платье. Тоже, пожалуйста, обсуждайте, но без оскорблений, так скажем. Употребляйте нормальные слова, человеческие. Вот. Это не воспрещено. Итак, основная подгонка идет по спинке. Мне нужно убрать немного в талии и верхняя часть платья. Вот видите, вот этот такой отрезочек тоже нужно уменьшить в объеме. Убрала я пуговицы. Вот, пуговички сняла, значит, молнию, но не до конца, а немножко спустившись от линии талии.
Здесь, видите, петельки, все поснимала, все пооткрывала. Но это не самое сложное. В этом сложности нет. Сложность будет в подгонке по длине и работа со шлейфом. Платье очень широкое, многослойное. Вот, я даже не знаю, что придумать для поднятия шлейфа. Они, как вы заметили, многие вы мне пишете, что Лиля, почему они все поднимают шлейф? Ну, вот так поднимают, чтобы он им не мешал там при ходьбе. Церемония закончилась. Девочки хотят более чувствовать себя свободно. Или же танцы какие-то начинаются. То есть нужно приподнять этот длинный шлейф. Поэтому они так и делают. Ну что, вот будет сложность укоротить, отметить длину. Вот в чем сложность. И поднять шлейф. Ну, посмотрим, как я с этим справлюсь. Итак, сначала я подгоняю верхнюю часть платья. Вот видите, да, я разобрала. Теперь мне нужно уменьшить, да, вот на такое расстояние. Значит, здесь я присобираю. Почему я молнию не отпарываю до конца? Потому что незачем ее отпарывать до конца. Я немножечко спускаюсь от линии талии вниз. И все. И прорабатываю этот, так скажем, узелок. Узел. Вот. Здесь присобираю, пристрачиваю. Здесь отмечаю новую линию. Пристрачиваю молнию. Вот так. Петли. И закрываю подкладку. Все. Точно так же и с этой стороны. Точно все так же. То есть, в принципе, собрать этот пазл, я думаю, нет сложности. Все, я начинаю. Вот так. Процесс пошел. Здесь была линия открыта. Это линия талии. Вот я немножечко собрала. Это юбка. Немножко собрала здесь, да. И вот этот выступ получился. Вот на такое расстояние. Получается, я уменьшила талию, объем. Это только по одной стороне. Уже пристрочила петли. Полосочку, да. И теперь я сейчас буду пристрачивать молнию. Вот так. Показываю, что получилось. Вот. Молния пристрочена. Сейчас я обрежу припуск, но не до края молнии, а вот так оставлю немножко. На всякий пожарный случай для других обладательниц. Вот петелечки, все, можно идти отутюжить, прорабатывать здесь вот этот узел и закрывать подкладку. Подкладка здесь закрывается вручную. Вот, видите, подшивка вот такая. Вот таким стежком. Это сделана только одна сторона. Проутюжила. Вот так выглядит с лица. Вот так с изнанки. Теперь то же самое нужно проделать и по подкладке. Открыта линия талии. Отступаю, да, на такое же расстояние. Вот так. А здесь сделаю или же один защипчик, или же два, или же сборочку. Здесь никакой принципиальности нет в этом узле, так как здесь тоже сборка и, в принципе, ничего видно не будет. Вот так. Также этот выступ снимается, вот этот первоначальный припуск. А второй припуск, который я уже сделаю, остается. Я заворачиваю вовнутрь и подшиваю руками. Все готово, видите? Один защип сделала, отутюжила. И теперь только нужно подшить. Вторую сторону я не буду показывать. Все точно так же я делаю, только без петель. На ту сторону пришиваются пуговички. Я думаю, что все понятно, как вот быстренько подогнать верхнюю часть платья, уменьшая талию и объем по верхней части платья.
11th will be 11th hooks and loops.